siger noget flot, du har før, eller et engler har sådan noget flot. Определил следующий стартовый состав. The head coach of Norway has chosen the following lineup. Номер первый, number one, Лин Мари Нильсен. Номер второй, number two, Вильде Гульхаук Биркели. Номер третий, number three, Камила Хусебю. Номер пятый, number five, Марте Бьельде Хельмхаук. Номер восьмой, number eight, Фрида Ленардсен Манум. Номер девятый, number nine, Софи Роман Хауг. Номер десятый, number ten, Андреа Норхейм. Номер одиннадцатый, number 11, Элиза Изольда Стенвик. Номер пятнадцатый, number 15, Норс Хольцбрекен Экхоф. Номер шестнадцатый, number 16, Эмилия Наутнес. Номер восемнадцатый, number 18, Йоанна Альстад Бекелунд. Запасные игроки, the substitutes are номер четвертый, number 4, Малин Йонсен Брен. Номер шестой, number 6, Эмилия Руд. Номер седьмой, number 7, Камилия Линдберг. Номер двенадцатый, number 12, Фрида Бергман Томас. Номер тринадцатый, number 13, Силия Бьернебю. Номер четырнадцатый, number 14, Эмилия Раум Клосс. Номер 17, number 17, Ингрид Ольсен. Главный тренер команды, the head coach, Лена Тюрибергет. Елене Антонио, Греция. Делегат УЕФА. Приветствуем команды Сербии и Норвегии. Let's welcome the teams of Serbia and Norway. Уважаемые зрители, просим вас встать для исполнения национального гимна Норвегии. Please rise for the national anthem of Norway. Национальный гимн Республики Сербия. Please remain standing for the national anthem of Serbia.
Vi fick varje mål och fick Godt komme noget her, bare. Hallo! 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 Kassen på bussen vår gikk, så vi står midt på motorveien 3 mil før Minsk og kommer ingen vei. Сборной Норвегии на стадионе в Слуцке. Вот сейчас они на ваших экранах, их немного, но тем не менее. Забирает мяч в руки Нильса. Вводит в игру и звучит финальный свисток. Еще раз давайте вспомним, как развивались события в этом матче. На 18-й минуте Ольсен, нападающий сборной Норвегии, вот он на ваших экранах, забила первый мяч в этой встрече, здорово сыграла на отскоке, подкараулила его и полетела мяч в ворота сборной Беларуси. Ну а на 40-й минуте Люд, которая сегодня огромный объем работы выполнила, она и на левом фланге начинала, она забила на 40-й минуте, потом она переместилась в опорную зону и там тоже продолжила очень хорошо играть, играть на высоком уровне. Норвежки в первом тайме оформили для себя победу, во втором довели дело уже до ее оформления. Турнир как раз таки продолжается. Ну и прощаемся мы с вами, оставляем вас вот на ярких эпизодах и голах этой встречи. Еще раз повторюсь, Владислав Татур, Евгений Тамбула, мы старались. До новых встреч на телеканале «Беларусь-5». Счастливо! Be
Det er en kvinnelig trener. Ja, det er første gangen de har kvinnelig trener i Spania. Hvor er det? Nei, du er ikke her nå. Så vet jeg. Welcome the team of Spain and Norway. Of the FIFA Under 17 Women's World Cup to be played in Jordan between the teams of Norway and England. Среди девушек 18 лет, который состоится в октябре этого года. Dr. Stadium here in Minsk for the playoff of the FIFA Under 17 Women's World Cup. Nilsson, number 3, Camila Husaby, number 5, Marte Helmhock, number 8, Frida Mönen, captain of the team, number 9, Sophie Hall, number 10, Andrea Norheim, number 11, Elisa Stenevik,
Number 15, Ekolf Noor. Number 16, Emily Nautvist. Number 17, Ingrid Olsen. Number 18, Joanna Beckman. Substitute players. Number 2, Wilda Berkeley. Number 4, Brent Mullen. Number 6, Emile Rund. Number 7, Camilla Lindberg. Number 12, Frida Thomas. Number 13, Celia Bjornebo. Number 14, Emily Klaus. Head coach of the team, Leonard. Уважаемые зрители, приветствую команды Норвегии и Англии. Please welcome the teams of Norway and England. Государственный гимн Норвегии. Please remain standing for the national anthem of Norway. Vi älskar dette landet som det stiger frem. Buret vær vi судейская бригада Анна Агуар, Кристина Янушкевич, Янка Шеферс, Тесс Олсен. Thank you.